Всем привет! С вами Дмитрий Шведов, и сегодня я буду снимать изменения лифтастром машины, конкретно его замены. С нами сейчас играет разработчик этой карты. Вот мы можем видеть, на первом этаже уже демонтированы откосы и двери кабины сняты. Также реклама тоже снята. Тут открыта дверь частично, ребятки. Тут уже она закрыта, тоже откосы сняты. Тут, в принципе, такая же ситуация, но тут что-то есть. Вот, тут как раз виден цвет на пятом этаже. Вот. Сейчас я вам сделаю полноценный обзор. Еще раз повторюсь, тут стоял лифтстром машина 1969 года. Вот так дом выглядит снаружи на данном этапе замены. Тут свет в подъезде не очень хороший. Вот у нас, друзья, и второй дом с прогрессом, и это улица Космонавтов, дом 22. Вот. Тут у нас, в принципе, ничего не изменилось. Ящик разобрали, вот этот. Пол кабины тоже. Сейчас мы пойдем на 9-й этаж, чтобы я показал вам интересную фишку. Вот. Мы уже на 9-м этаже. Во-первых, вот тут такой мотор. И люка нет, ребятки. Ребятки, тут нет люка. И тут мотор какой-то. Смотрите, ребятки, два мотора в одном кадре. Ну а на этом с прогрессами у меня пока что все. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока.